Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про сучасні методи освіти. В нашій студії професор кафедри інноваційного менеджменту, доктор економічних наук університету імені Альфреда Нобеля Володимир Момот. Момот Володимир Євгенович – професор кафедри інноваційного менеджменту, доктор економічних наук, проректор з міжнародної діяльності університету імені Альфреда Нобеля, Дніпро. Освіта – Дніпропетровський державний університет, двигуни літальних апаратів, менеджмент організацій. 2006-2014 – член експертної ради з менеджменту і торгівлі МОН України. Веде заняття в рамках програми МВА у Міжнародній школі бізнесу УАН. Викладає у вишах та бізнес-школах Польщі. Приймає активну участь у роботі програми подвійних дипломів з університетом Уельсу, Велика Британія. Є членом екзаменаційної ради. Член редколегії українських та закордонних наукових видань, що включені до всесвітніх наукометричних баз. Опублікував понад 250 наукових праць, з них 4 монографії та 17 навчально-методичних видань. Здійснює наукове керівництво аспірантами. Улюблена страва – кава з сиром брі. Хобі – теніс, велосипед, сап. Володимире, вітаю вас в нашій студії. Тож, ми з вами зустрічались минулого разу і говорили про дистанційну освіту і проблеми, які стикаються, з якими стикаються викладачі. Тож, новий навчальний рік розпочато і… Як освітній процес, який розпочався буквально ось другий тиждень, так? Ну, очень хочу все-таки говорить и дальше о настоящем классическом учебном процессе, потому что для нас, преподавателей, представителей сферы высшего образования, конечно, дистанционное обучение – это… большая преграда на самом деле между нами и нашими студентами. И здесь вопрос не о технической готовности, неготовности. Здесь вопрос действительно о том, что мы нуждаемся в общении, в прямом общении с нашими студентами. И слава богу, пока вот эти вот две недели показали, что студенты очень нас хотят видеть, они очень соскучились по аудиториям, и нам хочется буквально обнять всех. Вот такое сейчас обнимать, настроение. Мабуть, собі не, ну, не, да, да, не, да. Не заважает, так бы мовити. Нет, ну, конечно, мы следуем всем требованиям, нормативам, маски, дезинфекция, количество человек в аудитории. Это мы все отслеживаем, но все-таки я буду говорить, и мы с вами будем говорить о живом общении. И вот о тех взаимоотношениях между преподавателем и студентом, которые… далеко не всегда удается перевести в онлайн полностью без потерь. Мы… Щодо освітнього процесу, от ви мені, так би мовити, такий спойлер давали, що є такі проблеми, певні, ви їх досліджували, проблеми, з якими стикаються в освітньому процесі викладачі в класичному процесі. Так, ми якраз в июні, в кінці июня, в початку июля проводили опрос, в опросі участвували вузи зі всієї України, 108 точне кількість респондентів, дійсно представлено абсолютно вся география, и мы как раз, надеясь на то, что учебный процесс начнется классическим образом, спрашивали о том, что больше всего волнует наших преподавателей. И вот я результаты этого опроса представил в виде такого современного подхода, который называется «Облако тегов». Так, зараз мы его подивимось, да. На экране уже.
Я просил уважаемых коллег назвать три основных проблемы, которые их волнуют. А уже компьютер, так называемая программа контент-анализа, это фактически искусственный интеллект, нам представила из этих проблем вот такое вот предложение. Мотивация низкая, читая низкая мотивация. Ну, люди, вы знаете, преподавателям, наверное, свойственно сокращать. Какая проблема? Мотивация студентов до навчання. Что нас больше всего волнует в поведении студентов? Академичная доброчестность, хитрощи, которые, значит, на которые студенты идут. То есть час, наприклад, це маленький час, який час виділяють на виділяється, навчання да, студенти, да, так? На который самі студенти используют для домашніх заданий, для вот таких вещей. Ви видите, то есть давайте помножим 100 там 10 на 3, то есть это где-то 330 реакций, и вот то слово, которое помещено в центр, написанное самыми крупными, это то, что болит всем. А болит всем мотивация. Но я еще вот о чем хочу сказать, что мы, к сожалению, вот преподаватели, покаяться, что ли, если хотите, здесь еще допускаем следующую ошибку. Мы очень во многом обвиняем студентов. Смотрите, недостаток доброчестности, там, хитрощи, мало времени уделяют, да, мало времени уделяют обучению, малая участь, вовлеченность в процесс. Ну, вы знаете, я хочу сказать, и мы постоянно вот в университете Альфреда Нобеля об этом задумываемся, и мы говорим коллегам, друзья, так, а что вы делаете для того, чтобы студенты вам поверили, студенты пошли за вами? И вот сегодня, когда учебный процесс начался вживую, когда действительно студенты в аудиториях, буквально с первого, ну, допустим, первый курс придет в следующий понедельник, вторник. Вот с первых шагов наших сегодняшних первокурсников, с первых шагов в этом учебном году наших студентов, которые продолжают учиться, мы хотим и прилагаем максимум усилий для того, чтобы вот на эту самую мотивацию воздействовать, повысить, вовлечь студентов. Ну, если хотите, в хорошем смысле заставить их уделять больше времени домашним заданиям. Добре, що ж робити тоді для того, щоб підвищити одразу мотивацію цих студентів, які прийдуть, наприклад, на перший курс? А ви знаєте, відповіді є, і відповідей доволі багато. Делиться. Да, и ответы кроются. Больше того, Татьяна, мы с вами немножко даже поиграем в студента и преподавателя. Так вот, я хочу сказать, что в мире существует великое множество современнейших педагогических практик, подходов, которые позволяют повысить интерес учащихся к обучению. Да, с одной стороны утверждается, что педагогика, как и медицина, это очень консервативная профессия, нужно или должно оставаться только то, что показало свою, как это сказать, эффективность годами. Но на самом деле я считаю, и наше убеждение в том, что мы не должны стоять на месте. Возьмем такую вещь, как фасилитация. Английский термин facilitate можно очень так вот приблизительно, но в нашем контексте правильно перевести, как помочь чему-то случиться. Фасилитатор помогает случиться с человеком знанием и прозрением, если хотите. То есть это человек, который не выходит на кафедру и, там, я не знаю, высыпает гору каких-то фактов, сведений и теорий, а он работает с аудиторией, и он заводит в хорошем смысле залучает, до диалогу, до таких, до спорів навіть, можливо, які... Да. И возникает очень важная вещь, когда знание является результатом взаимодействия преподавателя и студента. И интересно всем. Вот я только что вернулся как раз с такой лекции, где мы вместе со студентами строили образ
эффективного менеджера. Да, это первое занятие, но вот я как раз и хочу сразу же студентам показать, что, допустим, мы в университете используем эти методы, что это будет все время, чтобы для них задать вот такую вот планку и повысить их вовлеченность. И да, действительно, значит, вначале был некий такой вот холодок и некая инертность, но потом они вовлеклись, и мы вот, в общем-то, еле-еле вложились в отведенное нам время. Я думаю, що ви взагалі такий енергійний педагог, і ви можете залучити от навіть своєю ось цією такою якісною комунікацією. Ви нікого не залишите там навіть на останніх партах спокійно сидіти, ви їх будете залучати, говорити з ними, комунікувати. Да, мы стараемся. И вот как раз сейчас и я хочу, Татьяна, вместе с вами сыграть в одну такую игру и просто продемонстрировать зрителям, как выглядят современные методы обучения. Вот скажите, пожалуйста, мне какую-нибудь, поделитесь каким-то вашим таким вот убеждением, которое вы считаете правильным, незыблемым. Тобто моє таке переконання, да, щодо можливого. Даже ваша какая-нибудь, я не знаю, нравственная норма, нравственная ценность. От, наприклад, треба бути чесними або треба їсти здорову, якісну їжу. Прекрасно. А вот теперь я могу вам дать, ну, скажем, несколько секунд для того, чтобы вот сейчас здесь, при наших зрителях, начать отстаивать прямо противоположное мнение. А яким чином, якщо в мене є переконання, що це має бути саме так? Тобто я тепер повинен вас... А попробуйте знайти аргументи, которые ви же прийшли к этому убеждению. Попробуйте знайти аргументи, которые это убеждение разрушают, которые те сложности, быть может, с которыми вам пришлось столкнуться, прежде чем начать есть вредную, не вредную, прошу прощения, полезную, но невкусную еду, да, когда вам приходилось быть честным, несмотря на то, что это противоречило интересы, вашим интересам? Попробуйте опровергнуть. Мабуть, простіше буде зі здоровою їжею. Давайте. Так, якщо моє, наприклад, переконання – це їсти нездорову їжу, то це може погано сказатися на моєму самопочутті. Або я повинна вас переконувати, ні, що це треба робити. Ви должны сказати, ви мені должны доказати, що... в принципе, допустимо и нормально есть вредную еду. Ну, если даже хочется. Вот, вот. Да, но это был мысленный эксперимент, а вот от этого мысленного, ну, импровизированного эксперимента я все-таки хочу сказать, что да, вот то, что мы сейчас с вами здесь, прямо вот перед глазами телекамер провели, это называется шнуровка. Это метод, который используется в обучении. Я выбираю. Когда у меня есть, значит, два разных взгляда на одну и ту же проблему, я выбираю людей, которые, ну вот, студентов. Конечно, это лучше работает со старшими курсами, когда люди уже там сложились, имеют свои убеждения. Я их выбираю таким образом, чтобы потом их заставить отстаивать противоположную точку зрения и спорить. И что получается? Смотрите, человек пришел к какому-то выводу, к переконанию. Так, да? До какого-то переконания, так. У него ведь есть какой-то опыт за плечом, да? И он, в принципе, очень хорошо знает слабые места этой точки зрения, этого убеждения. И он, пытаясь, значит, разрушить аргументы противоположной стороны, которая сейчас защищает его точку зрения, обязательно этими сомнениями поделится, обязательно по этим проблемам, по этим слабым местам ударит. Вот и получается, что у нас, когда мы ставим, ну, кроме того, что психологи считают, надо выводить людей из состояния комфорта и все такое, это тоже правильно, но у нас и получается, что когда мы хотим узнать, какие-нибудь действительно скрытые, слабые стороны, заложенные
в мнениях, которые высказывают люди. Это не обязательно, мы ведь образование, скажем, девиз нашего университета, освіта для життя, образование для жизни. Мы даем, вообще любой университет должен давать образование, знания, которые помогут в жизни. Так вот, это помогает в жизни, когда у нас есть слабые места, но о них, допустим, не говорят. А, скажем, владельцу компании, топ-менеджменту нужно узнать, что действительно там скрыто. Вот вам, пожалуйста, инструмент, который заставит невольно людей раскрепоститься и невольно выдать то, что они скрывали. А потом сознательно, осознанно после разбора полетов выбрать то, что нужно. Вот так и я стараюсь. Применяя эти инструменты, мы стараемся готовить студентов к реальной жизни. Мы стараемся сделать сам учебный процесс чрезвычайно интересным. Ну, если хотите, в данном случае соревновательным, потому что, ну, вот мы-то с вами просто играли. Звісно. Це ж дуже цікаво. Це не стандартно, неформально. І саме це бере на гачок і заставляє слухати педагога. Это раз. И два. Вот тот, что там было написано час. Час, который они уделяют время для подготовки домашней. Здесь автоматически подготовка, время подготовки вырастет, потому что человек будет, он, во-первых, знает, куда бить, он будет очень сильно стараться разрушить свою же бывшую точку зрения. То есть вот такие подходы мы применяем. А хотите еще один пример? Давайте. Вы как профессиональный журналист наверняка можете похвастаться не одним своим достижением, да? Думаю, да. Ну вот и я хочу вам для этого, для того, чтобы вы вот полностью похвастались и, как это сказать, произвели впечатление на аудиторию, да? Но я даю вам всего лишь 10 секунд для того, чтобы это сделать. Дуже цікаво. Время пошло. Тож, я поділюся своїм творчим досягненням. Це створення документально-художнього фільму під назвою «Червоне намисто», яке про мою бабусю, про її життя в дитинстві під час Голодомору 32-33 року. Спасибо. А знаете, сколько времени вы говорили? Скільки? 20 секунд. Ровно в два раза больше, чем я вам отвел. И я могу объяснить, почему это происходит. И хочу рассказать, как вот тоже метод, выстроенный вокруг чрезвычайного дефицита времени, работает, скажем, и для подготовки тех людей, которые презентуют те же продукты, услуги, какую-то идею. И для менеджеров, которые должны буквально за несколько секунд донести до подчиненных мнение, какую-то новую информацию, какие-то новые распоряжения. Смотрите, значит, вот тот подход, в котором очень строго фиксируется время, и время чрезвычайно маленькое дается вам на как это донесення сказать, донесення, да, да, на выражение, на иллюстрацию своих мыслей. Вообще говоря, этот подход называется, ну я не, как сказать, не гарантирую вам правильное японское происхождение, но на наше славянское ухо это звучит примерно как печа куча. Вот. О чем эта куча? По этому методу есть даже мировые соревнования, когда людям дается тема, это может быть ваше лучшее достижение, это может быть самое яркое впечатление в вашей жизни, но самое главное, что вы должны проиллюстрировать это, там еще сложнее условия, чем в нашем игровом случае, человек должен подготовить еще визуальный какой-то ряд, видео, презентацию, которая идет сзади, за его спиной, он его не видит. Але в нього є ось ці 10 секунд? У нього є, да, там или 10, или 20, ну, якщо з презентацією, то 20. Но самое главное, что тот видеоряд, который за тобой, он все время ж, он, как это сказать, неравномерный, да? Ты должен вписаться, ты должен не только вложиться во время, а вписаться во время каждого слайда. То есть тебя учат не просто дорожить секундами, тебя учат вот существовать в нескольких разных временных масштабах. А мы это используем, мы ведь готовим
менеджеров, мы готовим специалистов в области международной экономики, мы готовим людей, которые должны и реагировать быстро, ну и доносить свою мысль быстро, но они должны быстро и реагировать. Поэтому вот такой формат и такой подход учит их не только быстро высказаться, но и вообще во всех своих вот проявлениях внешних быть четко привязанным, причем еще и к нескольким временным, как бы это сказать, временным темпам, да, музыкальным термином таким пользуюсь. И чітко доносити саме в той закладений час свою головну думку. Да, так? Да. И опять же, к вопросу о вовлеченности студентов. Ну, я сам в свое время участвовал в таком соревновании однажды. Я хочу сказать, что подготовка к этому, репетиции занимают несколько дней. Я же как-то понять, что происходит у тебя сзади, а ты не можешь влиять на то, что происходит, и так далее. То есть вот эти подходы, ну, мы рассказали, ну, показали даже чуть-чуть в деталях только два из них. Я хочу сказать, что на самом деле сегодняшний современный университет, современный вуз, ну, просто обязан использовать такие подходы, обязан использовать, ну, то, что мы говорили, фасилитацию, обязан использовать то, что мы вот вскользь упоминали, геймификацию, когда мы знаем, что наши студенты сегодня, школьники, они живут в телефонах, да, отними у него телефон, а если он сел, это вообще ж трагедия всей жизни. Хоча телефон зараз – це насправді дуже зручний інструмент, я пишу легко статті в телефоні, в телефоні можна взагалі зробити все, що завгодно, тому абсолютно точно. І це от треба залучати. Так от, і я хочу сказати, що ми года три назад уже, да, начали эту работу направленно, когда начали внедрять так называемую геймификацию. Что это такое? Это обучение в игре. Когда, допустим, мы начинаем практическое занятие, да даже лекцию, с быстрого опроса. Но это не просто опрос, какой-то там, знаете, тест. Это опрос на время, это первое, и это опрос на победителя. Кто быстро и правильно ответил, получит виртуальный приз. И самое главное, он получит тут же признание тех людей, которые собрались здесь. А те люди, которые оказались медленнее, оказались менее правильно, для них включается соревновательный эффект. Почему он, да, почему не я? И отсюда, опять же, люди больше склонны прийти на лекции. Там разрешат пользоваться телефоном, там будут заставлять пользоваться телефоном. И там це можно... буде цікаво, що головне. Да, і там можна виграти даже небольшой приз. Ну, тут а які, тоже... які призи, от скажіть? Ну, там, ми, наприклад, там вручали какие-то ручку, там, кружку з символикою університету, но... Але це все одно, це залучає. Это же дорого звісно. То, що тебе отметили, дорого то, що ти став лучшим сьогодні. І от именно на этом, на соревновательном моменте, на вовлеченности, когда мы ставим человека действительно не в свойственные условия, это интересно, но как результат человек должен больше времени провести за подготовкой. Мы делаем, как мне кажется, очень важное сегодня прорыв, мы переворачиваем фактически ту неприятную тенденцию, о которой говорят коллеги. Потому что, ну, мы тоже ведь сталкиваемся с тем и сталкивались, что недостаточно заинтересованы студенты в том, что мы сообщаем. У них появляется куча вопросов, может быть, даже возражений к тому материалу, который излагает. И вот мы для себя решили, что лучше бы сделать так, чтобы студенты были нашими соучастниками, в хорошем смысле этого слова, в получении знаний. Ну и моя уверенность заключается в том, что вот этот процесс появления новых подходов, он практически бесконечен. И всем коллегам и тем, кто сегодня так или иначе сталкивается с вопросами образования, хочу сказать, что есть
и должны использоваться те подходы, которые делают образование интересным, увлекательным, с одной стороны, как процесс, но с другой стороны, они mm-hmm. обеспечивают качество образования, которое потом можно использовать для того, чтобы получать от жизни все, что мы можем получить. Ну и сегодня то понятно, что уже люди осуществили выбор вуза, где учиться, но все равно каждый раз нужно себя спрашивать, а вот учебное заведение, университет, там, академия вообще реагирует на эти вопросы? Задумывается о каких-то новых методах, которые, повторюсь, очень увлекательны, очень полезны и дают замечательный результат или нет. Ну и, конечно, на основании этого тоже нужно делать поправки. Современный вуз, вот я еще раз хочу сказать, что он просто обязан двигаться в этом направлении. От ви кілька місяців працювали в дистанційному режимі. І, можливо, якісь методи навчання, які ви винайшли тоді, під час дистанційної освіти, ви зараз перенесли в класичний метод освіти? От, може, щось таке цікаве? Ну, ви знаєте, просто хочу сказати, що дистанційне образування, воно обладает, ну, кроме недостатков, о которых мы многие знаем, для родителей, и вот сейчас ходят слухи, я не буду их комментировать, скажу, ходят слухи, что вот-вот школы снова закроют и все такое, для родителей это станет кошмаром и так далее. Я скажу о преимуществах дистанционного образования. Во-первых, это возможность контакта с преподавателем, возможность доступа с преподавателем тогда, когда вот обучающемуся будет удобно. Лекция прошла, но она никуда не потерялась, она записана, да, и к ней можно обратиться. И в будь-який час ты можешь переглянуть и снова повторить. Абсолютно. Следующий момент. Можно таким образом, вот что мы делали, допустим, у себя в университете, мы еще шире, еще больше привлекали кого? Практиков, представителей реальной экономики, которые реально управляют реальными предприятиями, достигли реальных успехов. Но это больше, видите, содержательный момент. Что касается технических моментов, то все-таки, ну, может быть, я консервативен, но еще раз хочу сказать о чувстве, которое я испытал, войдя в аудиторию 1 сентября. Хотелось обнять всех студентов, потому что, да, действительно, любой преподаватель нуждается в этой поддержке, в этой реакции от аудитории. Что касается техники, ну да, современные вот эти вот коммуникационные вещи типа Zoom позволяют, в частности, допустим, поделить студентов на пары и сделать так, чтобы эти пары общались только между собой, другим не мешали. Так, это очень зручная опция. В аудитории мне... Я тоже так делаю в аудитории, но это все-таки тяжело. Мне надо ходить и говорить так, потише, чтобы эти ж не мешали. Так, так. Ну, вот такие чисто... В окрему кімнату Zoom, да. В аудитории никого не посадишь. Ну да, ну да. То есть я хочу сказать, что мы вот единственное, что мы выиграли, воспользовались, это тем, что мы обогатили свой содержательную часть учебного процесса за счет еще большего привлечения практиков. Угу. Вот. Ну а что касается сегодняшнего классического учебного процесса, то я еще раз хочу повториться. Мы продолжаем нашу дорогу вперед и вглубь по привлечению самых современных методов преподавания. И дай бог, чтобы нам все-таки не помешала очередная волна вируса и очередная волна карантина. Бажаю вам успеху в вашей работе. Приємно было с вами спілкуватись и спасибо. Навіть комунікувати як студент. Ваш спасибо. Студент. Спасибо. Так що дякую за цікаву розмову. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре. Thank you.